предстоит пока разбираться. И атакует через руку, но точно Вайт ему не помеха. Алексей Швед. Действует, когда мячик оказывается на паркете. И вот он, проход в левую сторону Шведа, а завершение с правой стороны. Забивает свой трехочковый. Вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Надо первая треха Хива в этом матче. Алексей Швед разряжает свою пушку. Хоть вот стоило сыграть на одного из них. Вот так, например, да? Передача от Алексея Шведа прошла, и Ильницкий завершает левой рукой. Алексей Швед не замечает того, что его кто-то пытается сдержать. Сейчас прорывается, и здорово!